Друзья, всех приветствую на канале. Добро пожаловать на наши деревенские будни. Этот ролик будет посвящен нашей подготовке к Масленице. Вот, каждый год мы проводим Масленицу для жителей и для гостей нашей деревни. Наши деревенские будни. Что мы делаем? Вот. Для того, чтобы праздник хорошо прошел, нужно подготовиться очень хорошо. Обычно никто этого не видит. Мы готовим сценарий, делаем масленицу, подготавливаем одни аксессуары, другие, инвентарь, все это дело. И чем лучше все это проходит, чем запоминающееся, тем это больше работы была проведена вот, организаторами. Также огромный привет хочу передать всем жителям нашей деревни, всем жителям нашего сельского поселения Бергамацкого, муромчанам, амичам и всем ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО, специальной военной операции. Ребята, мы вас ждем. Вы берегите себя, возвращайтесь поскорее. Если по каким-то причинам вы не видите, возможно, вам мой привет, наш привет, наш привет передадут. А также зрителям, персональный привет зрителям своего канала Рустаму с Ростова-на-Дону. Рустам, привет. Николай с Липецка. Николай. Николай из Челябинска. Николай, привет тебе из Челябинска. И Алексею с города Видное. Алексей, приветствую тебя. Мужики, берегите себя, возвращайтесь. Мы вас любим, ждем. Вас дома ждут. Вот, так что, вот так вот. Так, ну а я, так, что я сейчас буду делать? Я буду делать, мне надо подготовить рулоны для транспонтировки. Куда мы повезем, это увидите в следующем ролике. Вот. Ну а этот ролик пишите, оценивайте, ставьте лайки, дизлайки, комментарии, делитесь с друзьями, выражайте свое мнение, как проходит все это дело у вас, празднуете ли вы, нет масленицы, как у вас масленица проходит. У нас деревенская масленица, мы в деревне делаем все это одной большой семьей. Масленицу вы увидите чуть позже, очень много снято, ну, наверное, увидите на втором канале, по ссылкам в описании, и будет второй канал. Вот, так что, вот так вот. Всем зрителям канала огромный привет. У нас идет масленичная неделя. Сегодня у нас суббота. Предпоследний день масленичной недели. Завтра у нас будет масленица. Прощенное воскресенье, проводы русской зимы. Масленица, вот. Вследствие этого надо, короче, надо сейчас вытащить прицеп, загрузить мешки. Подготовил, вот стоят сено с объедями, и увезти куклу масленицы. Кукла масленицы еще тоже стоит дома. Вот, увезти в наш сельский клуб для того, чтобы там, ну, короче, подготовить ее. Мы сделали ее. Вот, и надо ее просто сейчас будет нарядить в одежды. Вот, для сжигания. Подготовить для обряда, так сказать. Не для сжигания, а для обряда. Обряд будет. Ну, конечно, какой это обряд. Так. Стилизация, экранизация. Как это сказать? Ну, на самом деле, это такая просто игровое действие, на самом деле. Вот, будем провожать зиму, встречать весну. Вот, масленица, проводы русской зимы. У нас сейчас время обед. Время, да, точнее сказать, 12. Я уже выгнал автомобиль, он стоит. Надо мне сейчас вытащить, выкатить прицеп, зацепить прицеп. Ну и все, поедем. Ну вот так вот. У нас такие вот дела. Так, сейчас я... Вчера стояла очень хорошая. Вчера, короче, 3 дня подряд стояла теплая погода. Ноль. Что-то около нуля. Снег таял. Вот.
вчера вечером уже началась метель, пурга и сильный такой ветер. Сегодня похолодало немного, градусов до 10, до 15, минус-минус. Вот сейчас это немножко прохладненько. Так что вот так у нас это все стоит. Сейчас будем вытаскивать прицеп. Вот. У нас в этом году получается так, что вот первый год у нас в этом году получается, что мы на масленицу раньше, и будем делать блины из магазинного молока. Обычно у нас коровы уже отелились, обычно прошлые года. Ну, масленица была в марте, вот, так что... Пораньше чуть отелились. Да. Хотя у нас они, коровы подходят уже, должны в ближайшее время. Через неделю. Отелиться. Да. Так что у нас вот такие вот новшества. Ну ладно. Коровы есть, молока нету. Так вот. Так, сейчас что мы? Сейчас ставим. Приходи. Мешками будем биться. На пеньках. На пенек встаешь и мешками бьешься. А соперник. А пеньки? Тебя тоже. Да. Выпал уже там. Нет, сейчас приведу. Вот, понимаете, она занимает, не может. Салазки надо будет здесь ставить. Так, улица наша, улица родная.
полуфабрикат. Украсим, будет замечательно. Лена Степановна место готовит под площадку. Под масленицу для сжигания. Вот. Так, у нас, короче, очистили площадку несколько дней назад. Сегодня привезли чучело масленицы. Была метель, немного подзамело, но нормально, с другой стороны, хорошо. Вот. Бегать, прыгать, скакать. Тут почистили так. Все? Все? Ну, лопатку не все, закрывай. А куклу когда будем наряжать? Я вечером приду. Ну ладно.